Спасибо.
Что говорит о лиге, просто красавчики. 1-0 на табло. Олимпик, дебютант высшего дивизиона. Это первый сезон на таком уровне. Первую игру с Фортексом сенсационно. Но вполне под делу 2-0 они обыграли Фортекс. И вот теперь винер. Вторая игра подряд, друзья, причем. И сейчас 1-0 уже Олимпик впереди. Что ж, если Олимпик сегодня возьмет 6 очков, это будет, я не знаю, я пойду напьюсь после этой игры. Это будет просто такая сенсация. Но, знаете, как бы, пока это, очень рано об этом говорить. Играть еще практически всю игру, только дебют встречи. Но тем не менее, в дебюте встречи Олимпик продолжает удивлять и ведет счет сейчас в Винере. Ну, Винер очень опытная команда, мы знаем, что она умеет переламывать хоть поединка. Посмотрим, как будет в этот раз. Но Винеру придется доказывать, что они не зря были чемпионами прошлого сезона. Даже в этой игре. Но, тем не менее, отмечаем однозначно, что Олимпик это достойный конкурент. Они уже видно по этим двум играм, что они кашу в высшем дивизионе не испортят. Как бы достойный конкурент и будут бороться. Хороший получился у них дебют в высшем дивизионе. Первая игра и сразу как бы уверенная победа, я бы так сказал, 2-0. Ворота оставили сухие и забили два очень интересных гола. Особенно гол, который мы, наверное, к сожалению, не сняли, который забил Евгений. Винеру? Да, не Винеру, в той игре, в прошлой игре. Ну да. Там такой от стоечки туда залетел. Нет, второй я снял, а первый, да, там под вопросом. Во-первых, блин, ну как же они убежали в контратаку, разыграли все очень красиво, как по ноту. Ну, возвращаемся мы в игру. Олимпик Винер.
тренер сегодня уже играл первую игру с Фортексом, и я бы сказал, уверенно они обыграли. Конечно, в первом тайме было так со скрипом, были такие нервы у Винера, потом они собрались, успокоились и довольно-таки уверенно 9-1, если не ошибаюсь, обыграли они Фортекс. Да, это не Титан. Что скажет игрок? Как вам Олимпик? Такая нахальная, знаешь, футбольная. Они бегут, не боятся в стыки, играют до конца, борются, не проигрывают, за каждый микроэпизод вступают в борьбу. Молодцы. Можно это будешь купить? Да. Пойду на чат. Понятно. А, это бывший судьи. А это судья, по-моему, один садил судью перед нами, не? Сегодня. Ну, какой-то, да. Вот это, да. Куда? Oh!
Ай, подай мяч, хап. Он подходил. Олимпийка это не тяну. Почему? Тут я снимал, да. Да.
10 игр. А ты отнял то, что там было? 300 футов. Я понял. Вот спокойно, да, не сейчас так и было. Так, есть, ребята!
Вечер какого-то безумия, просто безумия. Безумие. Хорошо, молодец. Они-то там уже все. Да. А побить?
что прям мать так долго длится. Я пришел. Дай ручку. Слушай, вчера. Вы мне 10 копеек платите? Вы мне 10 копеек платите? Бесплатно, да? Даже ручку убить не могут. Вы тоже можно менять? Ну, тут ниже можно стоять, конечно, там написано. Oh!
Леха, когда красная, она быстро садится, да? Да, да, лучше перед этим, потому что потом все. Да. Thank you.
пожалуйста. Давай, давай, парни, пошли! Да, они не один, просто я один.